В Алматы ВВП на душу населения сопоставим с уровнем центральноевропейских стран. Мегаполис опережает другие населенные пункты Казахстана по многим показателям. Занимает в республике первое место по объему торговли, по налоговым поступлениям в бюджет и даже по итогам единого национального тестирования. Об этом и многом другом сегодня говорил аким Алматы. Моя коллега Мадина Алданова побывала на столичном брифинге Ахмеджана Исимова. Алматы вошел в топ-10 городов, которые стоит посетить в этом году. К такому выводу пришло британское издание для туристов The Roof Guide. В списке фаворитов также Рио-де-Жанейро, Ливерпуль и Марсель. Сфера туризма – одно из приоритетных направлений развития Алматы. Раскруткой горнолыжных курортов, кстати, в ближайшее время займутся французы. А к универсиаде 2017 года здесь построят спорткомплекс, ледовый дворец и атлетическую деревню. После такой подготовки, по мнению Ахмеджана Исимова, город сможет достойно провести и Олимпийские игры. К зимней Олимпиаде у нас остается строительство только санно-бобслейной трассы. Остальные все объекты в городе Алмате есть. Благодаря Азиаде мы реконструировали существующие, начиная от Шимбулака, Медева, Дворца спорта. Построили прекрасную лыжно-биатлонную трассу. Построили трамплин, который входит в тройку лучших трамплинов мира. То есть по строительству спортивных объектов у нас тут проблем нет. Население мегаполиса с каждым годом растет, и одной из главных проблем Алматы остаются транспортные заторы. Частично разгрузить основные магистрали помог метрополитен. Сейчас в Алматы работают 7 станций метро, к сдаче готовятся еще 2 – Сайран и Москва. По данным акимата, в мегаполисе построили 14 транспортных развязок. Кроме того, при въезде в город появятся 4 автовокзала, с помощью которых планируют сократить поток автомобилей из области. Мы сейчас развернули большую работу по строительству 4 автовокзалов с паркингами, каждый из них по 5000, чтобы пригородный транспорт оставлял там, частники там оставляли и пересаживались на общественный. Кстати говоря, и линии метро, и ЛРТ, которые мы начинаем в следующем году реализовывать, все они будут непосредственно подведены к этим паркингам. Для улучшения экологической обстановки в мегаполисе установили посты на основных въездах в город. Автовладельцев штрафуют за нарушение норм токсичности. С начала этого года к административной ответственности привлекли более 38 тысяч человек. И по данным Казгидромета, уровень загрязненности в городе постепенно снижается. Мадина Алданова, Берик Актан, Астана.